На территории частного предприятия по переработке резины под Гродно, где ночью начался пожар, осталось потушить около 100 квадратных метров. Там все еще горят отходы. Ситуация, по словам спасателей, под контролем. На предприятии всю ночь будет дежурить оперативный штаб МЧС. Это необходимо на случай возникновения новых возгораний, которые могут произойти из-за того, что нижний слой все еще тлеет. Напомним, полигон вспыхнул около 4 утра. Здесь хранили и покрышки, и отходы их переработки, резиновую крошку из текстильной массы. Примерно за 10 минут разгорелись 1500 квадратных метров. Экстренно созданы 3 боевых участка. Первый сбивал пламя, 2 других не давали ему перекинуться на трансформаторную подстанцию, административный корпус и навес со складом. Локализовать пожар удалось к утру. Для ликвидации пожара были задействованы как силы и средства самого предприятия, работники и техника, также силы и средства подразделения МЧС Гродненского района и города Гродно. В общей сложности это 31 единица техники и 74 человека. Также был создан штаб по ликвидации пожара, который возглавил начальник областного управления МЧС. С пламенем борются уже более 14 часов. Пострадавших нет, как и угрозы жителям населенных пунктов. К выяснению причины возгорания подключились следователи. Основная версия – нарушение правил хранения, использования, а также изготовления веществ и материалов.